У кабачков обрезаем хвостики, а затем нарезаем их кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Теперь подбираем какой-то кухонный девайс, например, обычную рюмку. И делаем ею отверстие в кружочках кабачков. Также это можно делать ножом, очертив подходящую окружность. Или же воспользоваться крышкой от бутылки. А можно я вот такое приспособление себе сделала? Обычная крышечка от бутылки, продырявила, чтобы воздух не мешал. И теперь вот так вот беру крышечкой и выдавливаю серединку. Получается вот такой кружочек.